очередной тур молодежного первенства. Вот, соперник достаточно такой серьезный, в принципе, несмотря на то, что молодой состав, ну, на нас это не особо влияет, мы всегда выходим побеждать, то есть то, что тренер нам говорит, выполняем. Поэтому идем от игры к игре. Ну, победить всегда легко не дается, поэтому работали, оказались лучше соперника. Спасибо всем за игру, болельщикам спасибо, что приходят. Вот, приятно приезжать. Очередной раз пацаны все взяли, что, скажем, она сильно сказывается все равно. 2-3 года старшим играть. Ну, первый тайм меня очень понравился. Концовка привезли сами себе. Сафронова Лева забыл свои ворота. Река. Ну, вот это обидно. А второй тайм чуть подустали. Это сказывается, что все равно там Рубин играет 99-й год рождения парня. А у нас 2001-2002. Можно сказать, 5 человек 16 лет, 5 человек 17-летние. Это сильно сказывается играть с 19-летним. Это очень тяжело дается. Ну, хотя мы очень прибавляем, каждой игре прибавляем. Победы придут, ну, попозже работаем над этим. Второй круге у нас и победы будет, и покажем хорошую игру. Не хватило, скажем, опыт. Вот это ребята играет первый раз в таком уровне. Рубин уже, скажем так, третий год участвует на этом. И все остальные команды российские. Ну, у нас так получилось, что Уфа-2, она ушла с молодежкой, Уфа-2, вторая команда. И другой возраст, такого в 2000 у нас нет. Вот так получилось, что первый, второй год должен играть с молодежью. Это обязательное соревнование. Ну, не хватает, что физически уступаем. И так, ну, остальные тоже уступаем, потому что все равно 2-3 года старше ребята. Это более умные, более физически подготовленные, более крепкие. Вот. Придет и наше время, и мы тоже начнем выиграть.